Готов, готов, Патрик. Имеется ли вы намерение с любовью и благодарностью принимать детей, которых вам Бог, и воспитывать их согласно учению церкви? Я не понимаю, кто это говорит, как он мелкий. Да заткнись, или нет? Да заткнись, мать твою. Не вы, святой отец, да. Да, Патрик, продолжайте. Патрик, вы уснули? Обменяйтесь, пожалуйста, кольцами. Так, давай, наверное, я первая. Трогательный момент. Вот так. Где не кольцо? Тебе, давай ты же. Привет, моему перископу. Сейчас я нахожусь прямо на свадьбе. У нас в БДСМ вечеринка, всех, кто хочет присоединиться. Блять, выведи, расстреляйте его нахуй, блять, да! Не закончена церемония. С вашими перископами потом можно повременить. Иисус не любит перископы. В жопу им перископы! Так, тихо, все, не давайте мне свадьбу. В порядке. Итак, я сейчас произношу молитву Отче наш. Прошу всех послушать. Чё он такой странный? Отче наш, иже еси на небесех, блять. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, якоже на земли, так и на небеси. Кажеши пиши на небеси, да. Скажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Именем Господа... Тихо. Я объявляю, что теперь Фриман... Господи! Что это? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Я стрельба. Подписывайтесь на... Губернатор, мне срочно нужна ваша помощь. Вы знаете кладбище недалеко от церкви? Да, знаю. Я как раз туда направляюсь, на свадьбу. Свадьба закончена. Можете меня подобрать рядом с кладбищем? Я буду на улице. Губернатор, вы слышите меня?
Губернатор. Я вижу вас. Угу, угу. К сожалению, свадьба закончилась, церковь загорелась. Похоже, слишком много грешников в одном месте. И куда тогда ехать? Знаете, отвезите меня в офис моей компании, а сами тогда направляйтесь, проконтролируйте, узнайте, что там произошло. Они все извращенцы и были внутри этой церкви, и грянул гром. Не знаю уж, кто из богов был разгневан, но, насколько я понял, кто-то выстрелил, я этого не видел, кто-то выстрелил в голову бородатой женщины, которая вчера напала на меня. Карма. Я тоже всегда предупреждал ее, что не стоит идти против нашей организации, но она... Не воля ли это дракона? Я думаю, что воля дракона, а возможно, мощь Налима. Трудно сказать. Вы нервничаете, сэр? Сэр, вы опять ели грибы? Сэр. Угу. Похоже, дисконнект словил.